Всем рыбоохотникам привет! Сегодня мы отправились на рыбалку на карьер, на какой-то карьер, не знаю как называется. Сегодня со мной будет племяш, зовут Тимофей и Марина. Топаем через лес, сейчас не знаю сколько идти, посмотрим. Сегодня мы отправились на рыбалку на жерличную снасть. Попробуем на балансиры, на Lucky Jones'ские порыбачить. И не забывайте про мой конкурс. Там будет видео, называется «Подарки подписчикам». Условия все будут именно в этом видео. Досмотрите до конца. Ну и не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки. В конце видео оставляйте комментарии. Жду вас на своем канале. Берем вот так вот, разматываем. Берем, цепляем вот так вот. Понял как? И опускаем. На середину? И вот за этим? Ну, вот под плавник, видишь? Вот так. Ага. До самого дна. Отматываешь, леска ослабла, значит это дно. Она начинает ее отматывать, кружок встает, значит там что-то будет. Так, у меня первая сработка. Тимофей быстрее меня бежит. Да? Да. Если крутило, значит там сидит. О, мотает. Здесь. Есть. Есть. Есть, есть. О, есть. И сама отцепилась. Понял, как работает? Вот у нас Марина еще одну поймала. Правда, не заснял. Ну, примерно такая же щука. Выбольшая. Пока что две. Еще одна сработка. О, мотает, мотает. Дайте ей время, чтобы она заглотнула. А то она тут мелкая. Да, скорее всего, мелкая. Че, пробую? Да пробую, че. Совсем маленькая. Я валяю. Ну такую можно и отпустить. О, Тимофей у нас поймал небольшую щучку. Молодец, моя школа. Так, я хочу отцеплять. Сейчас я тебя отцеплю ее. Это первая твоя рыба в этом году. Ha ha ha!
такой вот Lucky John. Хороший балансир. Сейчас первая щука на этот новый балансир. Стоит он где-то 500 рублей. Давай, тяни. Потихоньку тяни. О, вторая рыбка за твой сезон сегодняшний, 2019. У тебя сработка. И у меня сработка, блин, сейчас. Третий раз сработала, та же самая жерлица у меня. Почему-то всегда в одном месте срабатывает. Да, дает натяжку. Есть. Вроде бы есть. О, это покрупнее. Это будет покрупнее, чем прошлое. Стоять. Стоять, царевна. Есть. Ну, с килошку, где-то килограмм. Если сильно, значит большая. Давай, давай. О, молодец. Отлично, вот эта рыбка. Третья твоя щука в этом году. Еще одна сработка. Опять тот же самый флажок. Нету. Нет, есть. Ну, такой мы отпустим. Закончили мы нашу сегодня рыбалку. В принципе, много было сработок, много было холостых сработок. Поймали мы сегодня 8 штук, 8 небольших щук. Ну, на жареху нам хватит. Сегодня мы побывали на карьере. Я упустил самую большую щуку из всех. Весила примерно 1,5 килограмма, и она была моей первой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастливо всем!